Всем доброе утро. Сегодня 11 июля. Уже пару дней как звонят агрономы и задают один и тот же вопрос. Мы находим небольшое количество стеблевого мотылька. Да, его немного. Но, наверное же, самки яйца откладывают, и, наверное, из них выходит гусеница. И поэтому, нужно ли вносить трихограмму или нет? Мы решили провести небольшой опыт. Вчера были в Катаревском районе. Да, небольшое количество мотылька присутствует. Мы отловили в 2 чашки Петри самцов и самок. И на ночь одну чашку Петри занесли в дом, где температура 20-22. Вторую чашку Петри оставили на улице. Итак, та чашка Петри, которая была в доме, на утро 3 хороших яйцекладки. То есть некоторые бабочки яйца отложили. А это чашка Петри, которая была на улице. Там есть одна небольшая яйцекладка, но она была отложена по пути домой, когда бабочки 2 часа находились в теплой машине. За ночь ни одной яйцекладки отложено не было при такой низкой ночной температуре. В 11 часов мы заезжали домой, уже было 13 градусов, показывало в машине. А это яйцекладки из Кобеляцкого района. Это позавчера мы были, привезли бабочки и занесли в теплый дом. Это не отложили за одну ночь. А вот это не отложили на второй день. Поскольку нету дополнительного питания, им тяжело. Вот они практически все мертвые, еще немножко живые. Вот они с Кобеляцкого района. А это с Катаревского, который мы привезли вчера. Вот такая ситуация на сегодняшний день. Всем пока!